Всем привет! Вы на канале «Все интересно». С вами, как обычно, Наталья. Что мы сегодня будем делать интересного? А сегодня мы будем делать с вами игрушку на елку к Новому году из желудей. У нас есть желуди с крышечками. Также нам понадобится иголочка, леска, кисточка, ножницы, краска, клей у меня на пистолете. Но ничего страшного, если у вас нету, можно пустить обыкновенный клей момент. Ну что, начинаем творить? Так, первая поделочка, поехали. Мы берем желуди. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нам нужно будет 8 желудей. Взяли их, отобрали. Теперь берем пистолет, вот тут вот жопки их не берем. Если у вас нет пистолета, ничего страшного, есть клей момент. И склеиваем. Вот. Убираем сразу лишнее и склеиваем. Берем потом следующую, вот сюда вот. И приклеиваем. Вот. Смотрите, у нас получается. Берем еще. Выдавливаем клей наш. И приклеиваем. Вот так вот. Вот такая вот у нас штучка с вами пока получилась. Но это не окончательно. Теперь берем пистолет вот сюда вот. Вот сюда вот берем клея. Берем, разумеется, нашу эту. И вклеиваем. И вклеим вот таким вот образом. Дальше берем опять вот сюда вот, надавливаем, вот сюда вот, опять клеиваем. Вот так я наставлю девушку, чтобы она была ровненькая. Она довольно-таки быстрая поделочка. Единственное, что покраска, как обычно, у нас будет занимать время. Вот, опять берем. Вот сюда вот надавливаем, выдавливаем и вклеиваем. Вот. И наша последняя сейчас будет. Берем, выдавливаем. И вклеиваем. Вот таким вот образом. Вот. Вот у нас получается, что мне надо заменить стержень. Плохо продавливается. У нас есть стержень. Так, теперь мы берем шляпки. Шляпки я беру вот такие вот. Шляпки мы будем вот сюда вот прикреплять. Так можно побольше, наверное, найти. Вот, пошире. Чтобы симпатичнее смотрелось. Вот сюда вот мы сейчас будем прикреплять шляпки. Берем вот на середочку.
Лея. И вот так приклеиваем. Вот так вот приклеили. Заполняем пустоты всегда. Если у вас такой пистолет. Вот так вот. Вот видите, вот она получается уже. Вот. Вот она какая получается, красавица наша. 3D-снежинка, я ее так назвала. Сейчас у нас подсохнет. Мы перевернем. Угу. Вот сюда вот клея наносим. И вставляем нашу вторую шляпочку. У нас получается вот такая вот красота у нас получается. Видите, мы ее откладываем. Это наш первый вариант, что мы можем сделать. Второй вариант. Это вот у нас такая вот снежинка объемная. Набираем все остатки клея. Она у нас сохнет. Второй вариант. Как я, подвесочка, можно сказать. Берем раз. Два нам понадобится. И еще давайте вот так вот сделаем. Вот такую подвесочку мы с вами сейчас будем делать. Для этого нам понадобится 5 желудей. 5, разумеется, шляпок. 5 шляпочек. Мы берем шляпочку. Вот сюда вот наливаем клея. Одеваем на желудь. Если вы собрали у вас уже со шляпкой, то вам повезло. Если нет, ничего страшного. Вот так вот одели. Берем опять шляпочку. Сюда клей. И вот так вот туда приклеиваем. Вот у нас получается, видите? Вот так у нас получается. Опять берем шляпочку. Вовнутрь клей. И приклеиваем. Ну, приклеивается плотно. Вон у меня все наши шляпочки. Берем клей и приклеиваем. И приклеиваем вот так вот. Вот все, приклеили. Опять берем шляпочку, клей нашу. И приклеиваем. Вот таким вот макаром у нас получилось. Теперь что мы делаем? Очищаем, очищаем, не забываем убирать. Берем нашу первую. И вторую. Нам надо вот так их склеить. Вот таким вот макаром. Значит, мы берем сюда клей. Вот сюда клей наносим. И просто клеиваем. Дальше мы проделываем с другой стороны. Берем клей. И просто прижимаем, приклеили. Вот что у нас получилось. Вот такая штучка у нас получилась. Теперь берем дальше. Вот сюда вот клей. И приклеиваем. Видите? Теперь берем дальше клей. Это ничего страшного. Это все убирается. Убираем сразу. Пока не засохло. Вот так. Вот смотрите, вот такая у нас подвесочка получится в итоге. Да? Вот. Нам ее еще надо будет сейчас покрасить. Вот такая вот еще у нас подвесочка. Еще можно использовать желудь отдельно. То есть просто как игрушечка. Вот так вот. Нам нужна будет шляпка и желудь. Берем шляпку клей. Приклеили. И готово. Игрушка готова. Вот такие вот игрушки. Так, у нас есть.
Очищаем. Клей нам больше не нужен. Так. Потом. Ребята, я уже покрасила первую сторону. Нам нужно будет наша краска. Не забываем ее тряхануть как следует. Это мы не забываем делать. Нам нужно будет покрасить одну сторону. Одну сторону я уже покрасила. Мне осталась вторая сторона. Чтобы уже было мне удобней, мы уже будем одевать с вами ниточку. Хотите, одевайте дождик. Я использую всегда леску. Я использую леску. Надели в иголочку. Надели в иголочку. Вот таким вот макаром. И будем с вами просто протыкать желудь. Просто берем и протыкаем сам желудь. Он протыкается довольно-таки легко, желуди. Шляпки протыкаются на раз сложно, а желуди протыкаются легко. Берем вот так вот. Вот она, наша подвесочка. Берем концы, завязываем. Вот такая вот игрушечка, вот так она у нас есть. Это вот первая игрушечка наша, вот, которую мы делали. Вот эти вот, хотите, как я, красить будем, хотите, покрывайте лаком, либо вот оставляйте. Они, в принципе, уже готовы. Так, вот наша первая игрушечка. Так. Сейчас берем опять, разумеется, леску. У нас же три игрушки. Мы с вами сделали три. Значит, нам нужна леска. Опять берем леску, отрезаем. Берем нашу иголочку и продеваем. Вот она, одна сторона у меня уже покрашена. Вторая сторона. Вы красите первую сторону, ждете 2 часа, чтобы краска высохла. Переворачиваете и красите вторую сторону. Мы тем самым, раз у нас уже подготовлен, будем сейчас продырявливать. Вот сюда вот желудь. Вот так вот продырявили. Вот такая вот подвесочка у нас будет с вами. Сейчас мы ее подровняем. И будем красить вторую сторону. Мы же не оставим так.
И еще одна игрушка у нас же есть. Правильно? У меня тоненькая. Ну, а вы берите ту, с которой вам удобно работать. Я-то тоненькую использую, чтобы ее особо не было видно. Все, леска нам больше не нужна. У нас почти все пока готовые. Берем наш желудь, нашу елочную игрушку в таком виде, чисто в желуде. И протыкаем. Протыкаем. Вот так. Хорошо, желудок. Куда же он денется у нас? Один край я придерживаю, разумеется, чтобы он остался тут. Второй вытягиваем. Так, все. Теперь мы с вами подравниваем концы наши, чтобы был одинаковый. Вот. И завязываем. Вот она еще одна. Сейчас мы будем красить с вами. Где наша эта? Мы уже приготовили с вами. Эта сторона у нас покрашена. Будем сейчас красить эту сторону. Берем изделие, берем краску и вперед. Можно красить тоже с баллончика, кому как удобней. Кому как удобней, тот так и красит. Тут специально принципа нет. Как красить. Ну, вот так вот окрашиваем вторую сторону. Первая у нас уже покрашена. Красим вторую сторону. И выкрашиваем. Можно использовать как и гуашь, но только тойкую, чтобы делать такую поделочку. Вот такая вот поделочка у нас получается. Вот она. Берем нашу вторую подвесочку теперь. И то же самое. И выкрашиваем. И все то же самое. Берем и красим. Вот так. Берем и выкрашиваем. Вот, готово. Теперь берем наш желудь. Вот такой вот наша елочная игрушка будет вот такая вот. Берем наш желудь. И также будем выкрашивать.
перекрашивать его. Оставляем это все на 2 часа. 2 часа у нас сейчас постоит. И мы нанесем второй слой краски. Изделие высохнет и будет готово. Вот такая вот красота будет готова. Ребята, мы нанесли второй слой. Смотрите, вот такая вот красота. Наша снежинка объемная у нас получилась. Легко и просто. Вот она снежинка. Мы ее оставляем досыхать. Она высохнет. То будем убирать. Вот такая вот подвесочка. Смотрите, какая красивенькая, да? Подвесочка. Она у нас тоже высыхает. Мы ее уже покрасили как следует. Она сохнет. Где у нас? И вот такой вот у нас желудь. Вот такой вот желудь получился. Если вам мое видео было интересно, полезно, если вы хотите повторить поделки желудей, Новый год-то скоро, подписывайтесь на наш канал. У нас еще будут поделки. Пишите комментарии. Не забывайте про лайки. Ну, а мы с вами говорим до новых встреч. Увидимся в следующем ролике. Всего вам доброго.